Шалом! С вами Высокий Бог и Христос благословит вас. А сегодня у нас новая тема. Сегодня тема – это языческая Пасха. Еще раз, языческая Пасха. Раньше я уже делал Господний Пасха, наш Бог Пасха. А сегодня это языческая Пасха, или я стану народом Пасха. Я это буду читать сейчас, история об этом фестивале или празднике. Правда за Востоком. Со времени английский термин Пасха произошел от древнеанглийского слова «ястре» или «йостре», которое сама по себе разработано до 899 года. Первоначально ссылаясь на имя англосаксонской богини Йостре. Бьера отмечает, что родной древнеанглийский месяц Йостре Монат, древнеанглийский Йостре Монт, был эквивалентен до апреля месяца. Но те праздники, которые проводились в честь богини во время Йостре Монат, или Монт, прошли к моменту его написания, не использовался и был заменен христианским обещанием пасхальный сезон. Этот Йостре изначально известен в древней Ассирии и Вавилоне как Иштар, богиня плодородия, войны, любви и секса. Вот почему кролики ассоциируются с Пасхой из-за их крайней рождаемости. Вот почему кролики ассоциируются с Пасхой из-за их крайней рождаемости и высокого сексуального влечения. Она аналог шумерской Инанни и развеянной богини Астарта, Аштарот или Аштарот, также известный как Дьявол. Пасхальные факты. Все эти пасхальные фавориты явно перекликаются с языческими верованиями. Многие из этих верований были очень созвучны природе, рождению животных, временем года и циклам луны и солнца. Кролик, символ плодородия и ловкости, был священным для Астарты. Яйца, птенцы, зеленая трава и сладости говорят о древнем праздновании новой жизни и возрождении в тепле весенние дни. Многие древние языческие культуры обменивали яйца как празднование смены сезона на весну и благословение плодородия. Обычай пасхального яйца возник у ранних идолопоклонников Месопотамии, в которые входили шумерские и аккадские, или аккадские, извиняюсь, вавилонские и ассирийские империи. Заяц или кролик символами плодородия древности. И это не имеет ничего общего, еще раз, и это не имеет ничего общего с мессией в Библии, кроме идолопоклонства. Сейчас мы открываем книга Исход, глава 20, стих 3.
Как я сказал, когда я сделал класс в Рождество, я тоже это буду сказать сейчас от Библии. Книга Исход, глава 20, стих 3. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Еще раз. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Значит, что у нас не должен есть другой бог, кроме я, наш самый высокий бог. Когда мы отмечаем языческие Пасха, мы поклоняем другой бог. Это идол. Мы знаем, что у нас нет другой бог, только один. Это Израиль бог. Наш бог от Библии. Христианский бог. Еще раз. Были христианский бог или мусульманский бог, ислам бог. Они все ложны. Они все ложны. Только один Бог у нас в жизни. Это еврейский Бог. Еще раз. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Почему он это сказал? Сейчас мы открываем. Книга Сатир или Сам. Глава 96, стих 5. Почему наш Бог сказал, что он сказал в книге Исход 20, стих 3? Он это сказал, ибо все боги народов идоли, а Господь небеса сотворил. Еще раз. Ибо все боги народов, все боги остальные народов, они все что? Идоли. Они ложный бог. Они все не существуют. У нас только один Бог, еврейский Бог. Дальше. А Господь небеса сотворил. Самый высокий Бог, наш Израиль Бог, сотворил небеса. Сейчас мы открываем. Книга 1 Самуил или 1 Царство. Глава 7, стих 3. Я читал раньше историю языческой Пасхи. Откуда это? Это от остальных народов, идол Аштарот или Астарт. Мы будем читать об этом идол в Библии сейчас. И сказал пророк Самуэль всему дому Израилеву, говоря, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт. Астарт – это Аштарот. И расположите сердце ваше к Господу и служите Ему одному. И Он избавит вас от руки филистимлян. Еще раз. И сказал пророк Самуэль всему дому Израилеву, говоря, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Аштарот. И расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и служите Ему одному, потому что у нас только один Бог. Нам надо служить только Он. Нам надо служить только наш Бог. Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, самый высокий Бог, то удалите из среды себя богов иноземных и Аштарот. И расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян. Потому что тогда мы были в рабстве в
филистин. Потому что мы служили и поклоняли идол филистин. Поэтому он забрал нас от нашего народа или земли. И он положил нас в другой народ, филистин. Это то же самое, что он сделал наши люди где-то 400 лет назад, когда он забрал наши люди от Африки, где мы убежали. И он положил нас сегодня в Америке, в британской земле и на остальные народы, где мы сегодня, и тоже в России, в Украине, где мы живем сегодня. Это не наши земли. Тоже он сделал наши люди тогда, потому что они служили другой Бог, идол. И они не служили наши еврейский Бог. Еще раз, когда мы, я это буду сказать, когда мы отмечаем этот праздник, языческая Пасха, или Истер на английском, мы поклоняем другой Бог. Идол называет Аштарот, или на русском Астарт. Это что мы делаем. Еще раз, это что мы делаем. Мы читали об этом истории в начале этого видео. Если вы не помните, надо читать это потом. Это история в начале этого видео. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.